Госконтроль Могилевской области проверил сельхозпредприятия. Результаты неутешительные. Из 89 объектов нарушений не нашли, лишь 4. Стихийные свалки металлолома, которые создавались годами, нечищенные сараи, сломанное оборудование, грязное животное – все это примеры бесхозяйственности, которой оправданий нет. Итог в цифрах – 21 административный протокол и штрафы более чем на 5 500 рублей. Примерно в половине случаев, в первую очередь, причинами недостатков является невыполнение кем-то своих должностных обязанностей в полном объеме, ненадлежащее исполнение, низкая исполнительская дисциплина. Недостатков очень много, и, наверное, вот в этом году они несколько обострились по сравнению с прошлым годом. Правда, есть и объективные причины проблем. Неурожаи прошлого года не позволили аграриям заготовить достаточно соломы для подстилки животным. Хозяйства ищут альтернативу, например, в виде песка. В сельхозпредприятиях вняли замечанием, треть объектов в порядок уже приведены. Остальным нужно больше времени на работу над ошибками.